Останется Ленин. Все, что Ленин делал, было гениально и впервые. Хочу всех нас поздравить с выдающимся событием. Я уверен, что мы снова победим. Но мне хотелось, чтобы президент Путин, как верховный главнокомандующий, сегодня не слушал эту олигархию, эту пятую колонну, которая торчит из всех кабинетов, а руководство национально-государственными интересами. Так как руководствовался Сталин в 41-м, когда даже своих противников Черчилля и Рузвельта заставил воевать против Гитлера. Вы знаете, я уверена, что нам все равно, как говорят, призрак этот возродится, и люди поймут, и снова, потому что альтернативы все равно нет. Нет этой альтернативы. Понимаете, почему она... Ну, у нас столько нет другого. Потому что мы единственные во всем мире бросили вызов. Сделали вот это государство. Да сложно сказать. Я прошлое изучаю, а не будущее, так скажу. Так что не могу точно сказать. Ну, надеюсь, светлое. Ну, в первую очередь, мы видим Россию будущего социалистической, в которой социальные права людей являются основой государственного развития. Ну и, соответственно, если эти качества учтены, то страна будет прогрессивной, богатой, так сказать, и обращенной к человеку. 7 ноября – это наше прошлое, настоящее и будущее. Советский Союз – это первое государство, которое наделило женщин равными правами с мужчинами. В принципе, декретные отпуска, молочные кухни, дома быта, чтобы женщина после рабочей смены там на заводе возвращалась домой и не занималась еще домашними делами. Поэтому эти идеи, они вечны, живы и будут жить.